Согласно 40-й статье Конституции, каждый имеет право на жилище. Никто не может быть лишен права на жилище. Однако на сегодняшний день эта статья Конституции нарушается местными органами власти Кабардино-Балкарской Республики. В 2020 году Нальчинский районный суд вынес решение о выдаче мне благоустроенного жилого помещения как сироте и как инвалиду первой группы. Так как мое жилище непригодно для проживания, могу пользоваться статьей 57 жилищного кодекса, в которой во втором пункте сказано, что жилье могут получить без очереди лица, у которых жилище признано непригодным. Я уже обращался во все инстанции, какие только можно было, в прокуратуру, главе Кабардино-Балкарской Республики, но однозначного ответа, удовлетворяющего мои потребности в жилье, не получил. В 2024 году у меня заканчивается договор с университетом, после чего мне негде будет жить. В связи с этим я обращался к главе республики, также обращался к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. На данный момент никаких подвижек по решению моего вопроса не возникло. Уважаемые представители Государственной Думы, я прошу у вас помощи и поддержки. Также я прошу поддержки и помощи у общественности. Надеюсь, моя проблема не останется незамеченной.